В селе Дружба Прикубанского района заложили основание новой мечети площадью почти 900 квадратных метров. Здание будет построено в османском стиле и будет носить имя покойного имама села и бывшего кадия Ибрагима Хаджи Качиева. О строительстве религиозного сооружения подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Строительство новой мечети было уже необходимостью, так как старая уже не вмещала верующих. Особенно это ощущается в дни праздничных и пятничных молитв. Здание нового религиозного сооружения мусульман рассчитано на 2500 прихожан. На традиционную закладку основания новой мечети привел председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев и глава администрации Прикубанского района Мухаммад Амин Чомаев. Особо отмечал необходимость новой мечети и ныне покойный имам села Дружба и кади Ибрагим Хаджи Качиев. И вот жители села и его ученики решили реализовать его мечту. Об этом речь была еще, когда строилась вот эта мечеть. Когда она заполнилась быстро. Вот тогда с Ибрагимом Хаджи мы думали, надо построить побольше. Хотели там расширение делать. Но это расширение делали, сколько возможно. Но в конце концов вот это место, хорошее место выделили для мечети. И поэтому, иншаллах, здесь начнем строительство. Мухаммад Амин Чомаев отметил, что новая мечеть строится в очень удобном месте, где будет и стоянка для машин. Он подчеркнул, что администрация района всячески будет оказывать свою поддержку в строительстве. Важное и историческое, и культурное значение ислама в жизни района всей республики. Тут же мы, насколько понимаем, это не только здесь, вот в этой мечети люди будут молиться. Вообще вот вся территория, это будет территория добра, понимание и милосердие. Поэтому очень большое значение имеет. А те ребята, те люди, которые готовы помочь в этом деле, район будет все усилия прилагать. В строительстве новой мечети в османском стиле принимают активное участие как жители села Дружба, так и различные меценаты. Религиозное сооружение мусульман будет украшением всей республики, отмечают присутствующие. Старая мечеть, как вы видите, уже не соответствует тем требованиям, которые есть, и не может вместить то количество прихожан, которое приходит. И еще при жизни Ибрагим Хаджи мечтал построить здесь красивую мечеть, чтобы и с парком, и все, по всем требованиям. Ну вот наступил этот долгожданный час, когда все-таки начали работу по строительству новой мечети в селе Дружба. Площадь мечети будет составлять 900 квадратных метров. Также планируется возведение цокольного этажа с балконом. А высокие минареты и купол совсем скоро украсят новую мечеть. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия, Прикубанский район.